Меня зовут сестра Измалкова, я, можно сказать, из Самары, а я служу сейчас в Санкт-Петербурге. Когда я заканчивала школу и думала о том, чем я хочу заниматься дальше в своей жизни, я планировала, что я поеду на миссии после школы. Уже будучи на миссии, я получила такой ответ, что это именно то время и именно то место, где мне нужно быть сейчас. Я просто чувствовала, что действительно, как написано в священных писаниях, что Господь привел меня в это место, что Он позволил мне быть здесь. Вообще мы все вступили в завет, да, с Господом, и мы все носим Его имя у себя на сердце, но сейчас на миссии это по-особенному. И то, что я могу носить эту табличку, на то, что я могу свидетельствовать об Иисусе Христе всегда, это имеет очень большое значение, и это большая честь. На самом деле, вот быть представителем Иисуса Христа. Я действительно очень сильно изменилась. Что я уже не та сестра Измалкова, которая была в начале миссии. Я знаю, что люди вокруг, они тоже могут меняться. Потому что мы видели это очень много раз. Когда люди, они оставляли что-то привычное для себя, что-то, возможно, комфортное для них. И просто выбирали следовать за Спасителем. Наверное, первое, что я хочу сказать своим родным, это спасибо за то, что они были рядом на протяжении всего этого времени. И я очень благодарна своей сестре, потому что я просто чувствую, что она действительно стала намного ближе для меня, ко мне. И я просто хочу очень-очень крепко обнять их и сказать, что я люблю их. Нам передали контакты людей, с которыми мы можем общаться, и там была одна семья Абрацумов. То, что я помню, их огромное сердце на самом деле, и тоже их большое желание узнать больше и большую благодарность. Когда у меня были тяжелые моменты, я чувствовала, что именно от нее была особенная поддержка. Там, не знаю, с кем мне поговорить, я знала, что я могу вот написать, позвонить, и она вся будет рядом, всегда, всегда поддержит меня. Они крестились 25 июня 2022 года. Миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней – это особые свидетели Иисуса Христа. И у меня есть крепкое свидетельство об этом. Если вы задумываетесь о служении на миссии, если да, вы чувствуете, как думаете о том, для вас это или нет, стоит ли это того, я бы сказала, не упускайте возможность. Не упускайте возможность стать ближе к Спасителю. Не упускайте возможность узнать Его больше, узнать Его лучше и возможности почувствовать Его влияние в вашей жизни. Не упускайте возможности делать других людей счастливыми.